Для нас очень важно присутствие здесь наших коллег, наших партнеров. Это такая экспертная площадка, где действительно есть возможность обменяться мнениями, подумать о том, что, может быть, усилить в работе Дома научной коллаборации, посмотреть и поговорить о перспективах работы, потому что если мы сегодня уже, скажем так, завершаем второй год обучения, впереди у нас еще 2 года обучения, а после этих 2 лет обучения, конечно, надо думать о том, как вдохнуть новый, вывести на новый уровень Дом научной коллаборации, чтобы он действительно работал, потому что это первый и прекрасный пример нашего совместного сотрудничества с Министерством образования, с Центром одаренных детей. Я признательна директорам школ нашего города и нашей республики, которые всегда вместе с нами принимают активное участие в работе нашего центра. Огромное спасибо! Конечно, это здорово, это такой, в общем-то, у нас, наверное, территории республики пока первый настолько взаимопроникновенный опыт сотрудничества между высшим образованием и республиканским, скажем так, правительством. Здесь много разных нюансов возникало и возникает, но, думаю, тот, кто хочет двигаться в этом направлении, тот движется, и все преодолимо.